Привет! Приближаются календарные выходные, а значит, время подумать о досуге. Театральные постановки, музейные выставки, кино, причем из любой точки мира. Продолжаем изучать виртуальное пространство. Подробнее в нашем обзоре прямо сейчас. Поехали! Артисты театра «Самарская площадь» продолжают радовать своего зрителя. На официальных страницах в социальных сетях они выкладывают записи своих лучших спектаклей. Уже сейчас там можно посмотреть «Роддом». Художественный музей виртуально знакомит самарцев с картинами из своего золотого фонда. Кроме того, сейчас продолжается конкурс для посетителей «Цветы дыхания лета». Лучшие рисунки на эту тему выберут уже в это воскресенье. Самарский зоопарк продолжает онлайн-программу «Пока все дома», где сотрудники рассказывают о питомцах и показывают их. Причем делают это в прямом эфире в социальных сетях. Не оставляет скучать и Яндекс, на платформе которого доступны концерты любимых исполнителей и фильмы на любой вкус. В субботу в полдень на странице Самарского литературного музея проведут трансляцию лекции профессора Михаила Перепелкина. По роману Алексея Толстого «Хождение по мукам». На этот раз он расскажет о парадоксах самарской географии, как можно было добраться с Садовой до Дворянской. Прямые трансляции и записи спектаклей, а также концерты и фестивали со всех уголков нашей необъятной родины доступны на сайте национального проекта «Культура.рф». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!